Вот такие вот спереди облака, и вертолетик летит. Вот. Итак, друзья, всем здравствуйте. Сегодня у нас 18 августа 2019 года. Вот, короче, можно сказать, 2 дня здесь не был. Вот. Буду пробовать ловить щучек. Сегодня погода какая-то с облаками. Ну, вот, производим первый заброс. Первый забросик. С первого заброса. Хоп. Хоп. На Мазду. Там рыбачок вдалеке тоже ходит, как обычно. Тот раз двое были, сейчас один. Там мужики тоже есть. На Ниве кто-то стоит. Вот такие дела, друзья. Ветра сегодня вообще нет. Время уже без 15:06. Вот. Ладно. Друзья, взялась вчера гаечка. А, уйдет сейчас. Уйдет. А, я же говорил, уйдет. Народ хорошо порвался у меня. Вот. Ладно. Взялась еще одна. Не знаю, та, не та. Опять слабо взялась. Нет, не та, друзья. Хотя, может быть, и та. Хрен его знает. Будем считать, что другая. Да, это другая. Здесь вот губка порвалась. Вот. Губежка порвалась вот так. Видите? Но это не та. Другая. Короче, первая сегодня. Там он метрах 30 от меня сыграла щучка. Попробую сейчас туда подойти. Покидать. Че, пробуем, друзья? Ох, разворачивает нас. Эх, как разворачивает-то. Ох, не сюда кинул. Вообще не сюда. Вот сюда, типа, вот в это вот место. Где-то здесь она была, за вот этими травинами. Примерно вот тут была. Куда она могла отойти, неизвестно. Но без поиска не выяснишь. Мальки много тут.
что-то тройник перепутался у меня. Обалдеть, а тут дно и трава уже. Тут мелко, оказывается, ребятки. Максимум 40 сантиметров. Значит, она куда-то отошла. Ну-ка, сейчас вот так вдоль берега попробую провести сюда. Она куда-нибудь, может, туда пошла. Ладно, переключим. Ну, там кто-то играет. Непонятный. Может, окунишка? Непонятно, кто играл. Вот там как раз куда кинул. Траву прямо, блин. Только кинул, прям сразу же на месте взял. Небольшая. Меньше, чем эти были сегодня. Вторая есть. Нижней губой взялась, друзья. Хорошая щучечка. Вторая. Так. Вот тут прозвоним место. Не дергайся. Что-то выпрыгнуло. Мелкое что-то. Кто-то кого-то гоняет. Или окунь, или чурогайка. Чубачков, наверное, гоняет кто-то.
Так, сейчас. Мне бы вот в это окно аккуратненько вот так. А, маленько не докинул. Еще бы на метра полтора подальше кинул. Было бы классно. Еще раз сюда же. Хоп. Вот так вот хотел я. Так. Ничего интересного. И сейчас вот сюда вот вдоль травы забубеним, вот так протянем. Протянули. Тоже ничего интересного, друзья. Только травина. И вот так сейчас же опять протянем. Промазала. Взяла, снова отпустила. Небольшенькая. Я слабинку дал камеру включить. И она сошла, друзья. Ладно. Сейчас отгребем назад. Такая же, как вторая. Размер такой же. Вообще слабо взялась. Ну, слабина дала ей сойти. Потому что я слабинку дал, камеру пока включал, она чик сошла. Ну, сейчас попробуем, если бы она не накололась, то она возьмется. Вот здесь вот под лодку, может, заплыла в этот райончик куда-нибудь. Вот она. Но вот это уже другая, друзья. Хотя, может, и та же. Нет, та же. Тихо, 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 тихо. Та же. Вот она, третья у нас уже. Друзья. Да, третья. Такой лайк. А может, и не она. Сейчас вот эту сторону прозвоним, друзьяшки. Вот так. Позвоним сюда. Потом вот так. Потом вот так.
там 6 уточек, 7 даже плавает. Если видите точки. Метрах в 150 от меня. Трава, блин. Долго я собирался с этим делом. Она села. Крючки вытянули на дно. Вот в этой траве должно быть вот справа, которая туда, если заплывать, с вот этой чистоты. Но сейчас я хочу здесь прозвонить вот эту травушку. Так бы уже, друзья, у меня 4 могло быть. Первая сошла. Прям в руки я взял, она потом выскочила и сошла. Губе хана пришла. Ну с окунями я ошибся, что-то их здесь нет нифига, вот одного всего вытащил, больше нету, друзья, окуней. Я думал, тут окуневое место, а тут оказывается нифига не окуневое, так, видать, угадал один. Чисто случайно какой-то окунечек, не хотевший, пойди, он прыгнул. Ну тогда 3 крючка с тройника ему во все эти, в нижнюю, в верхнюю и в губу, в это, в щеку залез прям. Хорошо, он за тройником шел прямо. Или на блеск, или что, я так и не понял даже, друзья. Вот эти вот места надо прозванивать. Островой, что ли? Так вот, прозваниваем вот такие вот местечки, такие вот окошечки между траве. Вот тут должна быть рогаечка. Должна быть где-то здесь. Заразюка. Прям здесь где-то. Главное на нее выйти. Видите, трава, елочки растут ближе к берегу. И вот получается, как в лесу. По одной борозде провел над ними. Где-то они выше, где-то ниже. И вот шарогайка стоит где-то над ними или под ними. И где заметит, где не заметит. Может, где прям в упор кинешь на нее, прямо она может тогда и берет, выскакивает. Шарогайка тут дофига. В этом водоеме. Очень даже дофига. Тут их 500 штук еще будет. Ловить, не переловить. Самое интересное, что вот в середине почти не берет. Вот тут. В основном ближе к берегу. А вот здесь она должна быть. Но она намного ближе к берегу, она вся. Почему-то. Тан-тарантан. Так, звоним сюда. Хоп. Зацепчик микротравы. Еще один.
Ну, вот эти вот длинные стебли, видать, зацепляются. Сейчас здесь посмотрим. Опять трава, блин, зацеп. Ё-моё, здесь уже елочка была. Все, скинул. Елочку скинул. Здесь смотрим, что у нас. Будет, не будет. Прям перекинул в траву, бля. Длинную в траву закинул. Оп, далеко, ага, нормально пролетело. Опять зацеп травы. Сошла трава. Так. Вот, друзья, прям вот здесь вот до лодки дошла и бабахнула. Короче, не догнала. Надо назад отгребать. Надо быстрее назад. Сейчас будем кидать вот сюда. Вот так сейчас. Где-то проверять. Не шуршать. Щучечки. Хорошая была. Куда она, интересно, свалила? Вот она. Нет, это трава. Травушка. Травушка, травушка. Сейчас вот здесь. Хопа. Ну где-то она здесь же, ё-моё. Вот либо вот здесь. Либо вот сюда она ушла. В эту сторону. Вот она была. Была. Опять мазанул. Но это уже другая, друзья. Вот она. Ах ты, блядь. Вытащил сорта. Вытащил сорта. Давай, давай. Давай, 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 давай. Вытащил у нее сорта. Переключимся. Хоп, сейчас. Блин, сильно близко к лодке подтянул. Сейчас вот так вот пойдет ходом. Ходом, ходом, ходом. Ну-ка, отплыть надо. Потому что она могла под лодку зайти. Сейчас вот так отойдем. На два маха. И нормально. Сейчас вот так, хоп. Отсюда вот сюда вот так потянем. По такой методике вот. Она могла под лодку забуриться. Так. Вот отсюда вот сейчас. Трава задалбливает. Вот сюда сейчас.
походу испугалась сильно. Может, лодку увидала. Но надо пробовать все равно. Сейчас вот в эту сторону вот так кинем. И вот так потянем. Наколоться она не могла. Могла просто понять, что это фуфло. Какое-то, за него не стоит даже цепляться. Здесь вот позвоним другую. Так, другую позвонили, да? Сейчас отсюда попробуем другую вытащить. Травушка. Травушка, блин. Так, ну-ка, вот сюда. Так, а вот сюда могла она тоже зайти. Странно, куда она ушла. Непонятно. Может, сюда успела убежать. Тут нет. Короче, напугалась, не хочет браться. Так, здесь что у нас? Странно. Дела-то странные, ребятишки. Столько уже раз прокинул, ни разу еще не выскочило больше. Вот 3 раза было и все. А больше не хочет. На длинную протяжку не идет. Видать, напугалась она здорово. Ушла, наверное, куда-то. Ладно, пойдем дальше. Теперь будем смотреть здесь. Вот тут посмотрим. Тут посмотрели. Тут. Ага.
никто не хочет. Или нету никого тут в этом месте. Так, смотрим здесь. Вот эти вот окошечки прозванивают. Туда он на длину кинул. Он в тот прогал. А, не туда. Не туда, друзья. Надо было маленько левее брать. Левее надо. Так. Вот сюда вот так сейчас. Оп, ага, вот так. И вот так пройти вот здесь. Кроме травы никого не было. Так. Сейчас вот сюда вот так. Вот так. Ага, никого. Так, ладно. Хоп. Хоп-хоп-хоп. Сменил батареечку уже. Уже полтора часа отрыбачил. Друзьяшки. Полторашечку отрыбачил. Ну, почти полторашечку. Палочка исчезла последняя. Вытащил ее заранее, чтобы на каком-нибудь моменте она не прекратила снимать. Вообще у меня на 15 часов батареек, 10 штук. Вот. С собой беру штук 5. Сегодня 4 всего взял, на 6 часов порыбачить. Ну, 6 часов не получится.
бахнул в траву, короче, с травой было. С трава сошла. Завтра, друзья, надо будет идти лицензию на ауто получать. Завтра понедельник уже. 19 августа. Думаю, что уже будут давать. И нарядчика, наверное, сразу дадут. А может и не дадут. Короче, нынче у нас открытие оказывается не 25 августа, а, короче, 31 августа будет. Последняя суббота августа, прикиньте. Обалдеть. Я что-то считал, что 25 будет. Вот. Короче, до открытия еще много-много-много дней. Ну, короче, в этом типу что-то с этой стороны не берет. Вот прям вот за этим кустом уже все перестает брать. Я, по-моему, дальше вот этого куста и не был. Не был, да, по-моему, вот этого куста дальше я. Вот. Не хочет тут абсолютно почему-то она ловиться. Не понимаю я, почему, или ее тут нету, или что. Или я угадываю в такое время, когда она тут не стоит или не клюет вообще. Как-то так, ребятуля. Ну, уточки вон плавают. Кто глазастый, так видит. 7 штучек плавает. Прямо сейчас в кучке. 4 штуки в кучке. Сюда шибану, хоп. Не хочет здесь тоже. Не берется что-то. Нет, наверное, с этой стороны ее нету. Щучки. Почему-то нету. Может, здесь ей не нравится. Но здесь елочек сильно не видать. Может, из-за этого. А вот, друзья, кто сейчас смотрит, вот у вас тоже елочки такие в воде растут? Или в нашем регионе только такие водоросли? Ну-ка, скажите-ка, мне интересно. Трава, блин. Видите, даже не елочка здесь. Хоп-хоп-хоп-хоп, друзья. Прям при вас попалась. Ну, стой. Стой, подружка. Стой. Хопа, четвертая есть, друзья. Вот. Ага. Хопа. Четвертая.
Вот здесь, за этим кустом взялась. Давно у меня не ловилось. Считай, что метров 150 уже проплыл был. Ладно, ставим лайкосы за вот эти вот сосны. Ну что сказать, друзья. Рыбачим помаленечку. По чуть-чуть. Что-то ловится, что-то не ловится, что-то сходит. Кстати, вон уточки плавают. Это, оказывается, гоголя. Молодые гоголя. Я рассмотрел, гоголь взлетел. Ладно, все, давайте. Траву кто-то шевелит, друзья, тут. Карась, что ли, ходит. Может, окунь. Может, мальки. Хер его знает. Как будто бы кто-то бьется в траву. Не вовсю, конечно, вот некоторые кустики стоят. Так, хоп-хоп, травина шевелится прямо так. Видно, что кто-то трется об нее так. Даже не знаю, сколько сегодня я смогу вытащить чурагаев. Даже не знаю, как-то у меня даже предположения нет. Даже и не знаю, ребятки. Что может быть в конце этого тюпа, не знаю, не представляю, как там рыба клюет. Клюет ли там она вообще? Ну, рыбаки там стоят, бывает. Вот до этого куста они, короче, стоят. Короче, до вот этого и туда метров. Ну, до конца, до самого они ходят. Здесь. Ну, от этого куста, может, метров 70 в ту сторону он. Постоянно они ходят, видно. Стоят. Может быть, и ловится что. Может быть, просто приходят от нефиг делать сюда, а не то, что вон поселок рядом. Вот. Сюда вот сейчас кинем вот эту заводеночку. Зацепились, блин. Вот так. Нету никого, ребятки, тут. Вот. Сейчас вот сюда подальше, хоп. Примерно вот так нормально. Сейчас посмотрим, может, кто даст просраться нашему воблеру. Трава была. Вот они, уточки пошли. Три черка. Уже все летают, короче. Вон четвертый взлетел, пошел. Сейчас вот в этот вот прогал, вот в этот надо бахнуть. Вот тут-то поди кто-нибудь есть. Стопудово, блин. Только грамотно протащить по нему надо. И несколько раз надо, ребятки. Сейчас протянем несколько раз. Так. Хоп. Сейчас мы проверим, кто тут у нас. Обитатель. Есть тут или нет кто. Сегодня, друзья, плащ взял. Вот. То, что думал, что дождь будет. Ну, взял и взял. Пригодится так пригодится, не пригодится, не пригодится, как бы. Тоже ничего страшного. Вообще не понял, что там было. Короче, это трава была, и кто-то выпрыгивал, по-моему, вот в самой траве уже за этим воблером. Или мне показалось, может, другая рыбка просто сваливала, мелкая, чебаки какие-нибудь. Не, ну вот эта вот сторона тюпа мне вообще что-то не нравится, друзья. Вон там уточка на берегу сидит. Вот так вот. Чурочек взлетел, еще один. Вот она. Чурочка. Чурочечек. Есть такое уже место открытое.
Должны, наверное, щучки начаться здесь. А может и нет. Должны, но не обязаны, друзья. Место-то замечательное, но вот почему-то их тут нету. Нету и нету, нету. Мальки много здесь. А щуки не присутствуют. Ну вот, скорее всего, потому что елочек здесь нету, друзья. Вот поэтому в этом тюпую сильно нету. Вот. Как-то так. Опять трава. Вот такие дела. Наверное, буду я перебираться, друзья, на ту сторону, короче, вон туда. Сейчас будем наблюдать, что там будет происходить. Вообще здесь непонятные дела, вот почему-то вот трава надерганная прямо с корнями вот здесь. Почему? Как это так? Нифига я не пойму, ли это андатры надергивают или чё, блин. Не понимаю, но она не погрызенная, ничего, вот с корнями просто. Кто знает, почему, друзья? Подскажите, пожалуйста, если кто-то знает. Ну вот, тупо, в смысле, с этой стороны. Наверное, покруче будет. Сейчас будем смотреть. Сейчас будем смотреть, что тут будет. Так. Сейчас будем прокидывать, пробовать. Вот так. Оп. Опа. Травушки тоже дофига. Вообще надо на попер, друзья. И желательно стоя закидывать. Вот сюда попробую. Вот так, хоп. Можно было и подальше кидать. Можно было и подальше, ребятки. Вообще вон туда можно швырнуть. Вдаль вот туда. Вот так, ага. Не. Здесь, блин, все в траве, прикиньте. Вот в такой прям это. Прям вообще туго-туго идет все. Вот эта вся фигня. Она зацепляется капитально. Как-то так. Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, вообще надо было левее брать. Левее надо было. Но я туда и брал, но она сама почему-то улетает туда. Может, спиннинг толстый, поэтому заброс не точный. Кто знает, ну-ка скажите. Тонким спиннингом ультралайтовым лучше прицельно кидать или нет? Опять в траву бабахну. Вон уточка летит, но она не ко мне. Сейчас сядет, я даже веслом... Не, далеко. Так. Так, так, так. Угу. Вот сюда вот надо. Оп. Вот так, ну левее надо было еще. Ох ты, промазала что ли? Точно промазала, друзья. Я даже не видел как. Потому что
Я повернут был спиной. Сейчас проверим, кто там был. Она должна была здесь, в этой борозде остаться. Так, ну-ка еще. Кто тут был? Выходи бабахать. Она в траву могла зайти. Ну, ни удара, ничего не было, просто выпрыгнула. Странные дела. Может, мне показалось, что прыгнула. Может, воблер так выпрыгнул с воды. А может, и щука, хрен я знаю. Ладно, не щука. Так, звякнем вот сюда. В это окошко. Опа. И вот так, хоп-хоп-хоп-хоп-хоп-хоп. Хопаньки-хопаньки. Хопаньки. Никого, ребяточки. А там тучки. Тучки-тучки. Ну-ка, вот сюда, в травку. Хоп, может, вот так, куда угадаешь. На щучку. Ни на кого не угадываешь. Это все надо нам. В ту сторону вон чапать. Не знаю, включена камера, нет? Но это, друзья, пятая. Там на мотоцикле кто-то поехал. Небольшенькая, пятая. Ай, настроения никакого на рыбалку нету. 5 чурагаек поймал. Нет настроения, ребята. Знаю, почему я не могу закинуть точно. Потому что у меня кольцо, блин, пропускное в сторону смотрит, наверное. Поэтому. Вон там кто-то метрах в 25-30 от меня кто-то выгнал кого-то. Горизонт затягивается. Видите как? Подзатянутый горизонтик. Подзатянутый.
5 щуканов, нормально. Вот такие дела, друзья. Наверное, сейчас дожди начнутся скоро уже. Рыбачить будет не ахти. Ах. Вон уточка плавает возле берега, вон там взлетит, не взлетит. Херочек был. Ну, был и был. Ничего страшного. Да. Тучки хорошие прямо это. Через час, может, через полтора дождик будет. Хороший будет. Я уже по плану, но через 40 сваливаю. Пораньше сегодня, не хочу под дождь попадать. Да и настроения никакого. На рыбалку. О, идет кто-то, друзья. Небольшенькая вообще. Вот она. Вот. Шестая взялась. Небольшенькая. Сегодня первая такая небольшая. Вот. Опять туда же, куда я кидал первый раз. Сюда не хотел я кидать. Ой, сейчас соберем, вперед пройдем. Так, проверяем вот этот проходик. Концентрироваться должна щука, потому что на той стороне ее сильно нет. Может, только в середине она. Но здесь вот трава такая хорошая прямо, друзья, внизу. Прямо это щучья трава.
как оно называется, я не знаю, может сопропель или как. Я вот не знаю название трав водяных. Водоросли такие вот. Вот они, видите? Вот с такими вот листьями. Как называется? Вот. Я не знаю. Так. Оп. Так, хоп. Хопа. Так, хопа. Хопа-хопа. Так, ладно, перейдем дальше. Так, звоним вот это пространство. Вот она, сразу же тукнула. Прям с первого удара. Ай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай-дай. Заходи, 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 заходи. Стоять, 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 стоять. Седьмая, друзья. Седьмая дякнула. Сразу же дзыкнула, такой лайк ставим. Вот она, не знаю, включилась камера, нет? Подружка, стоп, хоп, 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 хоп. Сейчас проверим камеру. Восьмая, друзья. Вот восьмая. Прям после той же, наверное, заброса. После седьмой, короче, наверное, заброса через два. Буквально. Вот. Я же говорю, трава благородная для щуки. Вот, восьмая. Ну, как бы я губу твою порвал, видите? Видите? Дырень какая, видите? Просвечивается, вот. Вот такой лайк ставим. Так, пойдем еще кидать. Хоп. Восемь есть. Так, ладно, проплывем дальше. Посредине кто-то бахнул. Хорошо прям. Так, сейчас здесь звоним. Я все забываю, камеры что включено, что не включено. Ну потому что часто сильно включаю, выключаю, блин. Я какие-то моменты снимаю, какие-то нет. Собачок отошел, там, видать, не будет щуки. Так. Восемь есть, друзья. Восемь щучек. Ой, блин, удар был, прикиньте. Ударчик был вот здесь. Вот тут прямо удар был, вот здесь. Сейчас проверим. Трава. Так, здесь трава. Откололо, что ли? Ну, хорошо цапнуло. Друзья. Прям два раза так. Тук-тук. Как же сделать-то нам? Блин. Эти еще. Вот они, три уточки летят. Шилохвосты полетели.
Так, маленечко отгребусь я поглубже. Потому что где-то она тут, в этом райончике. Может, напугал я ее уже. Может, два раза она тут тукнула. Поняла, что колется сильно что-то. Нафиг нам надо такое пробовать. В еду даже не будем. И все, и ушла. Так, ребятки, 8 штук у нас есть. 18 августа. Ладно, хрен с ней, дальше пойдем. Вау, какая-то херня вот здесь прям сыграла, друзья. Непонятная. Что-то здоровое было, блин. Вот здесь вот где-то рядом с травой. С травой что ли идет? Лес. Сейчас надо здесь посмотреть. Куда эта фигня ушла? Ха. Странно. Странно, что здесь было. О, во, блин. Да. Зайди в лодку. Стоп. Ну-ка, что у нас с камерой? 9-я, друзья. Видите, она вся с этой стороны сегодня сосредоточена. Почему-то вот. Интересно, почему вся с этой стороны она... Ну да, потому что, ребята, трава здесь такая щуча. Как я и предположил, вот эти вот листочки большие травы, супропель или что, она и есть вот из-за этого здесь щука. Ребята. Ой, еще одна взяла, сразу же вторая, прикиньте. Следом же, блин. Давай, сюда. Тихо, сейчас сойдет. 10-я, друзья. Следом же, видите, блин, все. Трава, блин, говорит о себе. Знай, дает. Сама за себя говорит. Видите, 10-я, блядь, уже. Подряд ставим вот такие 2 лайка. С 2 аккаунтов прям. Вот. Ха. Странные дела творятся. Да. Видите, все с этой стороны. Вон там прям щеболкнула еще одна щучка. Вдалеке 70 метров. Так.
Травушка. Травушка. С этой стороны вся щука сосредоточилась. Я говорю, а с той стороны вообще ударов практически нет. Ладно, пройдем дальше. Так, здесь что? Ах, не туда кинул, блин. Через траву надо аккуратненько. А хрен не получится аккуратненько. Тройники перепутались. Угу. Десятая дает о себе знать в пакете. Ребятки. Могла быть одиннадцатая. Первую, блин, выпустил из рук. Вот. Так, травушка, муравушка идет. Так, ладно. Сейчас пройдем дальше. Сейчас сюда, хоп. Видите, вот елочка, елочка. И вот это вот листочки большие у травы. Водоросли вот такие вот растут. Поэтому, наверное, она здесь так и трется. С травой, что ли? Точно, с травой. Травина это пугает только щуку. Зацеп. Так. А тучки видите, какие он. Так, пройдем дальше. Я вот тут уже скоро вылазить буду, минут через 10. Ребятки, потому что тут все, уже домой пора. Нет настроения. Трава, зараза, блин. Снял траву. Короче, только что сошла, друзья. Я думал, я снимаю. Первый раз я забагрил ее, второй раз кинул, она взялась. И, короче, губу порвала ей. Могла быть 12-я сегодня, а так 10 в пакетике лежит. 10 штучек есть. Можно сказать, 2 сошло сегодня. Да кого, не будем считать, что это сошло. Я же в руках не держал. Просто не заглотило нормально все. Будем считать, что промазало. Ну так красиво она шла, блин, это вообще класс. Вот. Такие дела, друзья. Все, тут 30 метров и все, и... Вылажу нафиг.
Сейчас пару раз еще. Кидану и вылазить буду. Влажно. Психанул, я жопу намочил, блин, веслом воды туда черпанул. Нечаянно вылазим, все, короче. Надоело. Тут я уже один раз как-то вылазил, что ли, был. Сейчас вот так сделаем. Хоп. Воблер от травы освободим, зацепим вот сюда. Ты вон на те палки вылезу. Как раз мне тут недалеко идти до сенокосика. Тот раз я здесь вылазил. Перед этим разом я здесь был. Тогда я 7 штук поймал, а сегодня 10, друзья. Вот моя трава притоптанная. Вылов мой. Вот так. Ах, зашибись. Так. Вот так. Вау! Чик, 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 чик. О, все. Балдеть, у меня воды что-то дофига. Дно что ли прорвалось? Непонятно. Видите, сколько. Ну и селфик, друзья, 18 августа. 10 щук, короче. Ставим вот такие лайки. Можно вот такие, кому не нравится. Оставляем комментарии, подписываемся, если не подписаны. Ставим колокольчик. Всем пока. Ну что, друзья, высыпаю щук. Вот. 10 щучек. Сейчас, короче, раскладу. Селфик сделаем. Так. Крупняшечки. Какие-то. Которые крупнее надо. Выше. Мельче. Ниже. Складывать. Вот так, надеюсь. Будет всех видно. Вот сегодня. Живучие еще заразилки. Ну, как-то вот так. Ребята, сейчас руки вытру об сено. Вот. 10 штук. 2, 4, 6, 8, 10. Ребята, подъехал к озеру, там же, где я рыбачил, где подходил первые разы, во второй чашечке, короче. Мужики сидят на ниве, поставили сети, короче, ни хера, говорит, не попалось. А вот здесь, видать, тюк уронил, приехал, забрал. Вот. Ладно, все, друзья, давайте, всем пока.